Приближается оператор. Я думала, ваша смена только через 2 часа, но вы нужны мне немедленно. Все в порядке? Нет, не все. Зайдите в мою каюту, достаньте из сейфа оружие. Передаю код. Сию минуту, капитан. Завершено. Thank you.
Морган, не надо. Даже я, ваше несовершенное подобие, понимаю, что бросать Таллас нельзя. Если вы улетите, то лишь отсрочите неизбежное. Как думаете, куда потом направятся тифоны? Морган, Даль поймет, что вы рядом. У всех сотрудников Транстара есть браслеты-маячки. Не сомневаюсь, что его операторы идут спасать вас. Эти браслеты выдают и снимают в хранилище данных. Загляните туда, если хотите действовать скрытно. Морган, я не понимаю, как тебе удалось доставить ключ в спасательную капсулу. Я и не знал, что тесты изменили тебя именно так. Ты просто сдаешься. Не получилось. Это не то. Начните сначала. Внимание! Угроза взрыва реактора. Объявлена эвакуация. Я пытаюсь найти слова, которые приведут тебя в чувство. Это моя вина. Я слишком сильно рисковал. А хуже всего... Хуже всего потерять ни станцию, ни технологии. А тебя. Я потерял сестру. Эту ошибку я никогда себе не прощу. Нам больше не о чем говорить. Если у тебя есть возможность, спасайся. Я не стану. Все, что было мне дорого, давно... Шаттл готов, Морган. Удачи. Я подожду несколько минут, а потом улечу. После этого действуйте сами. Объявлена эвакуация Талоса-1. Угроза взрыва реактора. Объявлена эвакуация Талоса-1. Угроза взрыва реактора. Объявлена эвакуация Талоса-1.
Вы выбрались. Слушайте, я знаю, что произошло. Вина не только на вас. В трудную минуту вы помогли мне и моим офицерам. Я доложу о том, как вы помогали нам в грузовом отсеке. Внимание, угроза взрыва. А теперь фейерверк. Надеюсь, его хватит. Знаете, мне казалось, что вы уехали из-за того, что произошло между нами. Из-за того, что я солгала вам о своем состоянии. Я злилась на вас. И на себя. Но я рада, что вы здесь. И мне нравится человек, которым вы стали. У вас сила моего отца. Доктор Ю, Морган, это честь для меня работать с вами на Талосе. И с вашим братом. Спасибо за то, что добыли останки Лейтнера. Майя обожала слушать, как он играет. Я не мог оставить это на станции. У него был редчайший дар, и им должен обладать не только я, но и другие. Внимание! Угроза взрыва реактора. Морган, объявлена нам пора. Эвакуация Талоса-1. Начинаем отстыковку. Предполетная проверка идет в жопу. Держитесь крепче. Будет потряхивать. Меня преследует сон. Вот и все. Как все прошло? Активация зеркальных нейронов вселяет надежду. Индекс эмпатии невероятно высокий. Оно наверняка думает, что это сон. Что все лишено смысла. Полагаете, оно мыслит, как мы? От этого зависит его жизнь. И наша. Все решит сделанный им выбор. Оно освободило меня из контейнера. Я мог там задохнуться, а потом оно отыскало Хенихтома Лейтнера. От них было мало пользы, но они многое для меня значили. Оно установило несколько нейромодов тифонов. Это означает подспудное желание вернуться к своему виду или примирить две сущности. Но удивительнее всего то, что оно пощадило Даля. Этот поступок был корыстным, но это позволило остальным покинуть Талос-1. Екатерина? Я бы умерла без лекарства. Это было нелегко. Я думаю, это многое говорит о его сердце. Ведь у него есть сердце. Еще оно нашло записи моего отца. А потом я этого не ожидала. Оно дало мне их прослушать. Хотя там были улики против него. Оно было готово стать уязвимым. И еще тот человек из лаборатории психотроники... Инграм, для него все закончилось плохо. Но... Позволите ему жить? Да. Сара, теперь вы. В грузовом отсеке дела шли плохо. Никто из нас не выжил бы без его помощи. И уничтожило много тифонов по всей станции. Наверное, это хороший знак. А еще оно помешало Далю взять нас в заложники. Будь оно моим офицером, я бы повысил его в звании. Даниэла, что скажете? Оно нашло меня. Хотя в этом не было нужды. Я попросила его остановить добровольца 37. Это было опасно. Возможно, им движет жажда справедливости. Многие из тех, кого подчинили тифоны, погибли.
Этого было сложно избежать, но... Думаю, стоит рискнуть. В итоге оно уничтожило Талос-1. Зачем? Чтобы защитить Землю, мы можем лишь гадать об истинных мотивах его поступков. Но нам нужно решиться. Ты ведь слышишь нас, да? Так вот, хочу тебе кое-что показать. Ты находишься в реконструкции, созданной по воспоминаниям Моргана. Таков мир сегодня. Мы годами пытались обрести ваши способности и ни разу не пытались поместить наши в вас. До этого дня. Ты связующее звено между нашими видами. Я должен знать, видишь ли ты нас. Видишь ли по-настоящему? Возьми меня за руку, если да. Я не понимаю. Еще не поздно. Мы еще можем все изменить. Прототип нульволнового устройства сработает, но надо спешить.
опасное состояние атмосферы.
Сердце коралла в лаборатории психотроники, в изолирующем контейнере. Если мы разместим нульволновое устройство там, то заглушим собственным сигналом всю сеть коралла. Найди нужную точку с помощью психоскопа. Опасное состояние атмосферы. Пониженная гравитация. Должно получиться. Приходи на мостик, и мы разделаемся с этой штукой раз и навсегда. Цель.
Пониженная гравитация. Я удивлен, что механизм самоуничтожения активирован. Мера предосторожности излишняя. Нульволновое устройство сработает. За несколько секунд наш сигнал разойдется по всему кораллу и устроит лоботомию всем тифонам на станции и здоровяку снаружи. А мы отделаемся легкой головной болью. Окажи мне честь, только поторапливайся. Это простой вопрос. И вместе с тем сложный. Это будущее сегодня. И что важнее, наше прошлое сегодня. Этим и занимается Транстар. Каждый сотрудник. Сообща. Это бессмертие. И это прекрасно.
Вот и все. Как все прошло? Активация зеркальных нейронов вселяет надежду. Индекс эмпатии невероятно высокий. Оно наверняка думает, что это сон. Что все лишено смысла. Полагаете, оно мыслит, как мы? От этого зависит его жизнь. И наша. Все решит сделанный им выбор. Оно освободило меня из контейнера. Я мог там задохнуться, а потом оно отыскало Хнихтума Лейтнера. От них было мало пользы, но они многое для меня значили. Оно установило несколько нейромодов тифонов. Это означает подспудное желание вернуться к своему виду или примирить две сущности. Но удивительнее всего то, что оно пощадило Даля. Этот поступок был корыстным, но это позволило остальным покинуть Талос-1. Екатерина? Я бы умерла без лекарства. Это было нелегко. Я думаю, это многое говорит о его сердце. Ведь у него есть сердце. Еще оно нашло записи моего отца. А потом, я этого не ожидала. Оно дало мне их прослушать. Хотя там были улики против него. Оно было готово стать уязвимым. И еще тот человек из лаборатории психотроники. Инграм, для него все закончилось плохо. Но... Позволите ему жить? Да. Сара, теперь вы. В грузовом отсеке дела шли плохо. Никто из нас не выжил бы без его помощи. И уничтожило много тифонов по всей станции. Наверное, это хороший знак. А еще оно помешало Далю взять нас в заложники. Будь оно моим офицером, я бы повысил его в звании. Даниэла, что скажете? Оно нашло меня. Хотя в этом не было нужды. Я попросила его остановить добровольца 37. Это было опасно. Возможно, им движет жажда справедливости. Многие из тех, кого подчинили тифоны, погибли. Этого было сложно избежать, но... Думаю, стоит рискнуть. В итоге оно включило нульволновое устройство. Зачем? Чтобы сохранить технологии тифонов, мы можем лишь гадать об истинных мотивах его поступков. Но нам нужно решиться. Ты ведь слышишь нас, да? Так вот, хочу тебе кое-что показать. Ты находишься в реконструкции, созданной по воспоминаниям Моргана. Таков мир сегодня. Мы годами пытались обрести ваши способности и ни разу не пытались поместить наши в вас. До этого дня. Ты связующее звено между нашими видами. Я должен знать, видишь ли ты нас. Видишь ли по-настоящему. Возьми меня за руку, если да. Мы перевернем мир, как когда-то.